Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной новый интересный спикер, блогер из Таганрога, который занимается интересными морепродуктами. Очень хочется поспорить теперь, чей контент окажется быстрее в интернете, наш с Retail.ru или ваш в Инстаграме. Давайте представим вашу компанию. Здравствуйте, меня зовут Виталия Латошникова. Я являюсь основателем фирменной сети магазинов «Дикая устрица». «Дикая устрица» – это не просто рыбные магазины, это целая философия, в основе которой лежит культура потребления морепродуктов. Мы фактически ведем клиента от покупки до приготовления продукта. Здорово. Расскажите, пожалуйста, в Таганроге у вас фирменные магазины, и у вас есть какая-то, наверное, какой-то алгоритм правильной подачи, чтобы к вам возвращались все лучше и лучше. У вас какой-то алгоритм выбора именно товара, или у вас алгоритм встречи ваших покупателей в магазине? В чем ваш секрет? Ну, во-первых, мы изначально собрали самые уникальные товары со всего мира. То есть у нас самые лучшие креветки, самая лучшая рыба с Фарерских островов. Мы работаем с импортерами или с крупными рыбодобытчиками. Во-вторых, мы хорошо продвигаем нашу продукцию, мы притягиваем к себе аудиторию, которая заинтересована в качественном продукте, люди, которые хотят полноценно, здорово питаться и выбирать хорошие продукты. Более того, мы знакомим людей с тем, как это готовить. В основном люди не знают, что это, с чем это едят, лежат на витрине какие-то там непонятные ракушки, что с этим делать, никто не знает. Поэтому мы создаем контент. Снимаем ролики, как приготовить, с чем употреблять, в какое время суток и так далее. Вы идете по пути компании Apple, которая рассказывает, что это необходимо покупателю, а потом это ему же и дает. Ну, возможно и так. Это замечательно. Расскажите, пожалуйста, как вам наша выставка? Были ли уже за непродолжительные полтора дня уже какие-то интересные встречи? Ну, по поводу выставки хочу сказать, что за последние годы, конечно, сама выставка сократилась, участников стало меньше, новых производителей меньше появляется, но это всем понятный факт, да, то есть сейчас действительно тяжело выживать всем, вот, но мне очень понравилась деловая программа, я с радостью посетила форум о фирменной рознице. Сегодня была тема морепродуктов. Вот, для себя открыла какие-то новые идеи, пообщалась с коллегами. Вообще очень хорошо, когда ты вращаешься с такими в кругах единомышленников. Очень часто появляются какие-то новые идеи в процессе общения. Вот, поэтому в любом случае выставка оказалась полезной. Это здорово, пожелаю вам удачи. Надеюсь, в следующем году выставка тоже вас не разочарует и будет гораздо больше коллег, которые будут делиться своим опытом. И надеюсь, что ваш с любовью собранный магазин в Таганроге скоро своим филиалом коснется уже и Москвы, и мы с удовольствием тоже будем к нему заходить и покупать что-то очень вкусное. Спасибо огромное. Спасибо.